둘, 셋! 안녕하세요, 갈비숍입니다! 미션 представимся! 야, 붐! 야, 사가! август! 조이시! 지! 예, 이 сегодня вышел клип God Seven Breathe на корейском Nondae Sumshugehe. Мне кажется, красиво звучит. Давно не смотрели гадов. Вот, это предрелиз. Но это должно быть что-то красивое, я думаю. Они в последнее время очень эстетичные, поэтому... Поэтому давайте смотреть. Опять же, бомб с трушими волосами. Дыши. Дыши. Два. Один. Нет, номер два. Три, два, один. Красиво, чёрт. Ну, не такие локации, как будто они снимали фильмы параллельно, просто клип. Ты... Да. С ними клип. Локация, как будто мюзикл какой-то. Либо фильм. Либо фильм. Ну, вообще, снято как будто вот легко так, но при этом все так красиво. Угу. Мне вообще на секунду показалось, либо я так их давно не слушала, что у них словно тембр голоса
голосов сменился. Просто я настолько их не узнала вообще. Голос Йонджи! Просто как-то так высоко... Я не знаю, просто я, видимо, очень давно не слышала их. А я получила удовольствие глазами. Вот и ушами тоже. Переходы. А ушами? Да. Вот этот момент, когда с белого переходит на лестницу. Не переживала, как будто весь клип был одним кадром. Да, то есть не было вот видно прям вот этих вот резких переходов, он такой просто плавно перешел из одного кадра в другой, а ты этого не заметил, он просто перешел. Все одним кадром все. Отвлекающий платочек. Да, вот это прям. Это что-то. Картинная галерея вообще. Они очень. Профессионально делают вид, что поправляют картину. Эти люди странные в черном, кто это? Они просто типа стоят такие, обнимаются, там, не знаю, что-то делают, кто-то кому-то что-то помогает. Кто вы? Это какой-то смысловой посыл идет. Кто это вы? Что-то означает. Ну, по идее, да. Очень эстетично. Я даже, знаете, как-то... Я заметила, что в последнее время они стали очень такими какими-то взрослыми, я даже бы сказала. Так они не взрослые, Нет, ну просто все равно, знаешь, как-то... Есть и милашный концерт, я просто помню вот самый яркий вот у них, который были раньше. А вот, например, тоже Мун, который выходила не так давно, вот это то, что они такие прям... Мужчины просто выросли, им надо... Эстетика возрастает. Я не против, я не против. Я только за. Я просто говорю, что... Хочу дать вам же медальку. Вообще, они молодцы. Я не представляю, сколько они работают, потому что реально ощущение, что они прям... Расширили диапазон, либо я не знаю, что произошло. Похоже на что-то американское. Да, песня вообще очень шикарная, такая легкая. Да, какие-то мотивы такие есть. Ну вот эту вот часть с прекрасным вокалом в припеве можно было сделать вообще, часовую версию. Я думаю, никто бы не отказался посмотреть часовую версию этого клипа. 10 часов. Ну, да, а знаешь, где мы 10 часов делаем? Да. Если вы... Итак, спасибо, что посмотрели нашу реакцию. Досмотрели. Если вы досмотрели эту реакцию, то обязательно ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчик, так что... Еще раз. Если вы досмотрели эту реакцию, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, ведь видео выходит чаще. И тем более, сегодня прекрасные гаты. Да. Посмотрите. Это повод беречь свои колени. Да!